Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас ролик такой обычный, простой. Посвящается он, не то что посвящается, человек, который выиграл телефон сотовый, это последний 12-й iPhone, зовут его Александр. Сам он родом из Андижана, живет он сейчас в Америке, выиграл и передал денег, попросил купить барана и просто раздать. Поэтому сегодняшний ролик у нас такой посвящен. Как у вас по-узбекски говорится, это садака, то есть какое-то благодеяние. В данном случае хотел сначала приготовить плов, но это слишком все кропотливо, потому что нужно найти большой казан, поэтому было решено сейчас вот купить барашку. Приехал на бойню к Шерзаду, здесь же ее куплю. Ну, она уже тушка, в принципе. Попрошу, чтобы ее сейчас разрубили и раскидали по пакетам, а пакеты раздадим. Ну, так сказать, малоимущим, то есть у кого не то, что неблагополучным, а именно малоимущим, а то в одном ролике люди как-то неправильно все это перевели. Малоимущий, в смысле, ну, небольшой достаток. Это может быть благополучная, идеальная семья, но просто малоимущая. Маленькая зарплата, в общем. Сегодня уже бараны не очень такие молодые. Здесь вообще вон килограмм, наверное, по 25 тушканчики висят. Ну, ближе к Новому году эти уже уши покрупнее. Ну, все свежее. Жир трясется, значит свежее. Здесь уже не трясется. Может быть даже вчерашнее. Ну вот это не трясется. Вчера надо зарезали. Только сейчас вот. А вы прямо отсюда уже вставляете сразу, да? А то есть свежую тушку? Да, 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 да. А что, она тушей целой пойдет? Да, тандер будет. Ну, извините, прям в целую пока, тушку. Пока это отведет, пока а, чтобы пропиталось, да, запахом? Пропиталось запахом. Это для кафе или для себя? Это подарок. А, подарок? В Ташкент, наверное, да? Ну, как обычно. Все лучшее в Ташкент. Для близких друзей. Родственники. Сейчас небольшой у нас перекус. Зашли, я не знаю, что пятиминутка называется в Узбекистане. Там, где быстрый перекус. Ну, такие бюджетные заведения для работяг. Сейчас что-нибудь перекусим. Потому что я помимо того, что мясо взял, я еще одновременно снимал ролик. Я там сильно очень намерз. Ся замерз. 4 или 5 часов я так находился. 4 часа я находился. Сейчас домой поднялся, согрелся чуть. Быстрый перекус. Я не знаю, или сами поедем, или возьмем Федю, или возьмем Надю. И поищем такие не сильно богатые семьи. И попробуем раздать. Мне сейчас один мужик встретился, он мне объяснил, говорит: Денис, раздавай тем, кто действительно нуждается в этом. То есть лишком вообще, говорит, не давай. Кто сидит, просит милостыню, таким, говорит, нельзя давать по, ну, по правильному, этого нельзя, говорит, делать. В общем-то именно, как же он объяснил, тот, кто нуждается, но не попрошайничает, вот желательно вот таких. То есть и у людей есть, как сказать, гордыня или... Что-то в таком русле он мне объяснял все. Завтрак принесли, пришел Федя, говорит, я такой есть не буду. Он заказал джиз, но он сейчас, он здесь вообще не ест. Пошел в кафе такое, более престижное. Нет, одно место просто угощает меня. Я тогда сидел и кушал. Джиз просто и... Просто там ждут меня. Джиз, шурпа и яхны, да? Да. То есть, конечно, после такого этого зачем есть? Яйцо, картофель и жареная чечевара. Первый, с кого, я думаю, нужно начать, это вот на, через пешеходный переход сидит мужичок, продает там поштучно сигаретки, там жвачки какие-то, но видно, что не в деньгах точно купают, с него и начнем. В общем, все четко разрезано, сейчас все улетит. Раздавать, не выращивать, как говорится. Я никого снимать не буду, это некрасиво. Но люди рады. И это приятно. Спасибо вам, Александр.
буквально час, все раздали. С Федей покатались по соседним махалям. Спасибо вам еще раз большое, Александр. Очень приятно видеть, когда, знаете как, то есть приятно видеть, когда людям приятно, вот так скажем. Да, сейчас даже вот 40 минут, да, туда-сюда, ну, да. 2-3 улицы и здесь, ну, которые мы знаем, кого уже видно, да, мы раздавали туда. И даже вот здесь один очень бедный там сидит, постоянно ему дали там улицу, которая, ну, я знаю, там, он, да, Денис не может, да, кого знать, я лично мы вдвоем сейчас раздавали, да, когда вот раздаешь, приятно будет, даже он чувствует уже, когда вот раздаешь, как-то душа, вот так, грудь, душа, да, душа, грудь выпирает. Душа выпирает. А, это вообще, это, у вас Иксон есть в какие-то праздники бывает или нет? Да, это после Рамазон. В год один раз так раздаешь, да? Нет, в год два раза будет. В год два раза? Да, два раза. А кто раздает? У кого есть возможность или это обязательно отделать? Нет, кто вот один раз делал, да, вот дома резал, да, ему надо, ну, постоянно, не знаю, еще 7 или 8 лет должен. То есть, если ты зарезал барана, раздал, то ты должен подряд 7-8 лет раздавать? Ну, я точно не знаю, но так же. Ну, подряд должен. А если, например, нет возможности? Нет возможности. Все равно должен сделать. Да. Пойти занять и сделать, да? Не, ну, чтоб... Это что, один, короче, баран, любой путем один баран берут, что, не дорого. В какие праздники у вас это раздается вот так? Я говорю, вот, Рамазан, после Рамазан, Коран. То есть один раз получается? А если ты, например, купил машину, открыл бизнес, тоже можешь такое делать? Худая делается. Это худая? Да, кров. Плов, худая. Дом лула, мулла. Если ты построил дом, тоже должен сделать? Тоже, да. Или можешь не делать? Можно не делать, но это, если делать, это хорошо будет у тебя душа, чтобы будешь, ну, душа чиста будет. Ну так, кому как. Ну, есть люди вообще не делают, есть люди вот, всегда что-то будут делать. Ну, люди, которые в достатке, они всегда делают, правильно? Да. Каждые 3 месяца делают худые. Ну, да, есть люди. Да. Ну, это от себя, чего. В общем, друзья, если есть возможность, я вот так, наверное, по-русски скажу, то всегда нужно помогать, стараться помогать, если есть возможность. Ну, а так это все... Все это делается от чистой души. Не хочешь — не помогай. Хочешь — помогай. Да. И это, вот так вот. Кто, да, вот так вот помогает, да, все равно еще дальше Бог дает. Это тоже есть плюс. Но все равно что-то оттуда приходит. Вот сейчас потратишь, да, на баран миллион сумм, да, ты вот раз, а там тебе 3 миллиона. Где-то точно придет. Ну, работа хорошо, у тебя все нормально будет. Еще вопрос, Федь. Тогда петух красный к чему вообще режут? Кто же к худаи? Да, да. То есть худаи обязательно зарезать. Ну, если. Блин, как же это? Жертвоприношение. Нужно зарезать красного петуха обязательно. Да, красный. А есть разница, например, по цвету баран? Белый или черный? Или не принципиально? Любой. Любой цвет пойдет. Можно ли использовать ну, вместо, знаешь, барана козу? Считается это или нет? Или баран? Только баран. Только баран. Коза не считается. Нет. Ну, коза, я не знаю, но я ни разу не слышал. Чтоб козу разу. Да. Кто козу это делает, ну просто жарит, кушает. Нет, я имею в виду вот на худаина, вот когда раздаешь. Что я не слышал и не видел. Говядину также, наверное, нельзя. Еще один вопрос, Федь. Можно ли, например, самому не раздавать и отнести все это в мечеть, отдать, чтобы мулла же знает, кто бедный, кто... Ну, неправильно я сказал. У кого не все хорошо с деньгами, он же знает, правильно? Может, он сам раздавать? Такого я не знаю.
Не, ну мечеть это, я так понимаю, место, где народ. Ну да. Он по-любому, он же со всеми общается, мулла, или нет? В мечеть. То есть, ну, если кто-то постоянно ходит, он все равно уже как-то пересекается и уже знает, кто есть кто. Денис, я этим точно не знаю. Я такого не буду. Всегда будет на улице кто-то, да, дома, в принципе. Дома. Я лично думаю, дома. Что можно в мечеть также отнести, потому что все-таки это... Мечеть тут тоже много бедняк не ходит. Все уже сейчас богатые ходят в мечеть. А в мечеть не ходят бедные? Не ходят, но не знаешь, что... Мечеть-то, блин, кто, кого, вот, ну вот, у кого работа, да, вот, бедняк, да, вот, у него деньги зарабатывать надо, да, мечеть обязательно там время, два часа, два, это время потеряет, он это не потеряет, чтобы туда, в мечеть, деньги зарабатывать надо, ход туда, ход туда, кого-то так, кто-то оставляет, ладно, я в мечеть поехал, ну, мечеть будет. Я думаю, мечети вот мясо оставляют, там не очень все, я думаю, там не ходят все бедные. То есть нет смысла оставлять мечети такие? Я просто не слышал. Может, кто-то так делает, я не знаю. Я точно не знаю. Ну вот смотри, у нас, например, в России, ну вот знаешь, вот когда заходишь в церковь, сидят люди, ну бывает там вот, да, бабушки там, есть действительно нуждающиеся, там, ну, инвалиды иногда сидят. Есть те, кто просто сидит, может быть, кого-то поставили. И бывает ли такое в Узбекистане? Ну как, тебе, как же объяснить правильно? Приходят ли, вот, например, люди с малым достатком к мечети? Вот как какой-то, ну, как это, я не знаю, как? На, ну, здесь... Не просто сидеть, как цыганин, а, ну... Блин, объясните, друзья, нет, пожалуйста. Мечеть тоже у нас так делается, это есть садака там. Нет, это я знаю, это у вас ящик, куда кидаются деньги. Да. А бывает ли такое, что возле мечети сидят люди, например, с малым достатком? Да, да, есть. А, бывает, есть такое? Да, да. Возле мечети, вот там огромный мечеть, там утро ходишь, там есть много там. То есть они сидят так же, как... Да, можно раздавать ты сам руками. Ну, не каждый день я... Ну, вы на пятницу, наверное. Да, пятницу иногда вижу. Пока, ребят. Счастливый.